Сегодня мы открываем экспозицию, которая называется «Лошадь и человек. История дружбы». Эта экспозиция посвящена долгой-долгой истории дружбы человека и лошади, которая началась много-много веков назад и продолжается до сегодняшних дней. Во-первых, нам это позволит привлечь чуть больше посетителей. Во-вторых, мы теперь имеем возможность принимать и экскурсионные автобусы. Потому что понятно, что конные прогулки, прогулки в экипажах, это все-таки рассчитано на индивидуальных посетителей. Мы не можем посадить целый автобус в экипаж. У нас недостаточно ни людей, ни экипажей, ни лошадей для этого. А вот, например, провести по конюшне, рассказать об истории лошади, рассказать о том, как лошади живут, какие они бывают. Мы можем и в большой группе. И, конечно, когда у нас теперь есть не просто конюшня, а экспозиция в конюшне, это более привлекательно для массового потребителя.